Привет всем, короче, сейчас откручивал трещотку, не открутилась, у меня вообще ничего не мог сделать. Короче, поставил за окно, там у нас что-то минус 20 вроде, постояло часик, короче, и все-таки я смог снять трещотку. Короче, как я снимал, у меня вот ключ сейчас, пришлось через вот такую сюда трубу одевал. Потому что ну, не поддается по-другому никак. Вот холодная собака. Как тут? Не знаю, не помню. По-моему, она сухая. Я ее забыл смазать, когда в прошлый раз откручивал и закручивал заново. В общем, эта трещотка, если честно, это такая фигня. Ничего не фокусируешься. Не знаю, но откручивалось как-то как пластилин. Чувствовалось мягкое. Значит, наверное, видимо, я литолом, наверное, смазал. Ну, знаете, литол вот это вообще. И тут надо смазывать, я думаю, лучше шрусом. О, шрус он не даст ничего тут не прикипеть, не закипеть. Хотя она со временем литол густеет. Сейчас посмотрю. А, нет. Это все-таки жидкая, не сильно как пластилин. Это все подмерзло просто. Такое ощущение было. Вот. Эй. Снял я ее. Ой. Короче, я вообще хочу чужого собака. Да, такая увесистая. Не знаю, сколько весит. У меня таких весов компактных нету. Вот, снял. Да вообще, вон ключ, смотрите, какая засада. Ключ почти полностью туда утапливается. Вот такой вот дебилизм сделали. Есть трещотки какие-то, которые, как бы, ну, вот эта вот часть, вот эта, она прям вот здесь. То тогда ее вставляешь, и вот такой запас есть, за что ключу ухватиться. А у меня вот какая-то 8 скоростей, она вовнутрь уходит. Ключ ставишь, и тут вообще зазор минимальный. Если так ключом хвататься, этот ключ, кстати, у меня не очень, у меня есть получше. Вот. Тут вообще ни о чем. Приходилось вот тут вот так вот вытаскивать. Ну, снял. Это хорошо. Шрусом намажу, чтоб это как бы в следующий раз открутить. Ну, кассета как бы еще побегает. Побегает. Весь ключ изнахратил, пока это пытался сегодня открутить, видите. В прошлый раз мне легко поддалась. Да пофигу, главное, что это. Не, ну конечно, ключ-то, а, как бы, ну, в хорошем состоянии был. Но я вообще хочу уйти это от трещотки, кассету, поставить дисковые тормоза. Да вообще, хоть целый, хоть велик новый покупай. Блин. Не знаю, трещотка это такой, блин, геморрой, если честно, с этой трещоткой. И вот сюда все, видите, там ни пыльника здесь, ничего нету. Либо какую-то самому резинку сделать, чтобы вот это закрывало все. Потому что ни пыльника, ничего. Туда вот все летит. Вон, тут видно, не видно, вон все там. Чумазая. Да, чумазая. Не знаю, этой кассете лет 15. Тяжелая собака. Но не знаю. У меня тут что еще? Сейчас посмотрим. Но есть как бы наплывы такие. Но она еще будет ходить. Я не знаю сколько, но какая-то фирма
DNP. Где она тут? Вот. DNP. Не знаю, хороший металл. Уже долго ходит. Если я даже не помню, когда я велик покупал. Либо в 2007 году, либо в 2008. Уже все нафиг позабывал. Маслом тут смазал, все в масле теперь. Люблю, когда чисто. Вот чем теперь это, какой смазкой смазывать? Мне вот эта вся грязь уже надоела. Я уже раньше все это чистил, все было чистое. Вот это вот мазута везде. Надоело. Короче, хочу другую эту. С втулкой другую, чтобы кассета была, не трещотка, а кассета. Вот. Чё, прикольно? Кассета и диск. Потому что меня замучил вот эти обода, постоянно вот это вот протирать, все шкребет. Короче, меня это бесит уже. Не хочу поменять на другое. Не знаю, буду либо делать буду, либо деньги копить на новый велосипед. Вот. Потому что все как бы это. Все. Хочется модернизировать как бы. Сейчас, минутку. Что тут у нас? Вот видите, что? Какая-то вот она, знаете, тут. Какая-то. Не знаю, посмотрю, ревизию сделаю. Куда это положить, блин? А я на пол пока положу. Насыпные подшипники еще. Нормально тут все как бы побегает еще. Но я себе хочу все поменять. Что такое желтое все? Металл, наверное, какой-то стерся, не знаю. Вот эту трещотку буду разбирать. А как ее разбирать, уже забыл. А, вот эти два. Две дырочки вот здесь по ним выбивать в бок. Буду выбивать. А, да, вот она. Это песок везде, меня это бесит. Все это грязь. Короче, надо пыльник какой-то придумать. Пыльник придумаю. Буду эксплуатировать это колесо. А, наверное, мне лучше, наверное, я вот посмотрел, что колесо стоит, что втулка одна цена. Но там у колеса вместе с втулкой идет. Как бы полностью колесо 2600, а и втулка отдельно 2600. Проще колесо взять с втулкой уже. Под этот, под диск. Под тормозной диск. Вот, и мне надо переходник купить. Купить переходник. Купить переходник. Ой, сейчас закончится видео. Память заканчивается. Купить переходник. Он там сзади его. И там поставить. Чтоб дисковые тормоза были. Заломался с этими колодками, если честно. Ну, вот такой вот. Короче, я заморозил кассету. И только после этого смог ее все-таки это... Она поддалась. Буду все это чистить, еще раз чистить. И надо какую-то другую смазку использовать. Вот у меня стоит тут гидравлическая. Наверное, тефлоновую или какую-то парафиновую. Потому что мне эта мазута уже досталась, честно. Но эту цепь надо еще чистить. И переднюю эту звезду менять. У меня тут все, короче, дешманское стоит. Хотя Мерида дешманская, но оно надежное, все. Как бы, ну, хочется что-то такое интересненькое.
модернизировать, сколько можно на этом. У меня ось еще лопнула, ось родная лопнула. Я вот китайскую подобрал, но она диаметр меньше. Короче, пойду ось выберу, там вроде есть подходящую. Возьму старые гайки с собой от родной оси. И чтобы там, ну, сильно люфта не было, выберу, короче, куплю. А потом и буду ездить, наверное, знаете, ну, не знаю, может быть, ездить уже и добивать, чтобы кассету, цепь. А сколько я еще буду добивать? 15 лет, и то вон сколько ходит. Еще что ли 15? Да столько не живут. Это ж капец. Еще 15. Куда тут нафиг? Была бы жидкость, раз, но дома все это не будешь делать. Не знаю, чем это все мыть. У меня даже щетки такой нету, чтобы подлазить туда. Все это дело. Ладно, попробую что-нибудь. Так был бы бензин в гараже. Бульк. Чик-чик-чик-чик, все это обмыл. Ну ладно, потом трещотку буду снимать. Короче, сейчас отложу. Поэтому там надо поесть, сготовить. В общем, такая вот. Вот такая вот история. Открутил, не бодавалось мне. Только вот когда я на холод вынес, час продержал, после этого я только смог открутить. Хочу еле, короче, модернизировать. Надоело мне уже возякаться с этим всем. Хочется что-то более, какие-то совершенные конструкции. Вот придумали же кассету, как бы там барабан стоит, а это вот трещотка. Здесь все родное, вот то, что ось только лопнула. Потом покажу, где-то оно у меня там лежит в коридоре. Ладно, пойду, мне надо кастрюлю помыть. В общем, пока я без велика. Вот так вот.